Привет всем! Добро пожаловать обратно в World TD играть с вооружением. Давайте надерем задницу этим ублюдкам. Ра! Бандитка ведет вперед. Победа одна вчера подряд. Первая победа подряд. Как видите, я готов к свершениям. Я чувствую себя на седьмом небе. И готов разрушать. Разрушение это страсть. Все равно какая власть. Власть всегда пила чужую кровь. Скоро вспыхнет время Х и наступит время, небо рухнет вниз и пыль покроет всех, там все такое, ядерные взрывы, вся фигня. Короче, я настроен на победу, реально настроен. Мы сделаем это, мы еще раз сделаем серию побед, точнее, ну, в первый раз мы сделаем серию побед, в этой серии побед 10 раз подряд мы победим. Почему я так в этом уверен? Вы видите, как он с дробовиком со своим обращается. Вы такого обращения с дробовиком еще не видели. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Как Стивен Сигал со своей рукой, которой он ломает руки другим людям. Это просто чемпионский титул. Е-ха-ха. Вы это видели? Никто так эту комнату ни разу не проходил в жизни. Короче, я к тому, что мне кажется, что мы все сделаем. У нас отличные шансы. Мы играем бандиткой, бандитка один из самых сильных моих персонажей, по моему мнению. Во-первых, она может... В принципе, может свой активный предмет не менять до конца игры. Если такая блажь ей в голову стукнет, она может обойтись без других активных предметов вообще. Потом у нее есть дробовик. Дробовик, он, конечно, не то что супер крутой, но он позволяет в начальной игре комфортно себя чувствовать даже в сложных комнатах. Где-то вот до третьего этажа мы будем просто разрывать. Мы будем убивать. Мы будем всех сажать из дробовика в голову им стрелять. Вот, вы видели как? И у нее очень-очень хороший пистолет. Пистолет у нее хороший не потому, что он... смазанный цилиндр. По-моему, это же ускорение перезарядки, да? Скорее всего, мы это хотим. Мы хотим смазанный цилиндр. Может быть, мы даже хотим обычный дробовик. Обычный дробовик тоже неплох. О чем я говорил, да? О том, что бандитка умеет... жестко зачищать начальные этажи. Особенно первый и второй этаж. Первый и второй этаж. На третьем ее дробовик уже не так крут, но первый и второй это просто разрыв. Бум-бум. Видели, да? Тут, конечно, нужно избегать опасностей. Сильно не наглеть. Но если ты более-менее грамотно действуешь, то практически всегда гарантировано быстрое прохождение комнаты. И не то, чтобы быстрое прохождение комнаты это было важно. Не то, чтобы мы на время тут играли. Фишка в том, что чем быстрее ты комнаты проходишь, тем меньше шансов получить урон. Вот почему я имею в виду, что комнаты надо быстро проходить. Судья это очень хорошо. Судья это отличный стартовый предмет. С судьей мы, в принципе, можем не заморачиваться насчет покупки обычного дробовика. Если бы у нас было оружие похуже, я бы, может, подумал. Поскольку у нас есть судья, мы, наверное, не будем покупать... не будем покупать обычный дробовик. Скорее всего, мы решим, что надо купить... надо купить смазанный цилиндр. Либо теперь вот я смотрю, что мы можем его украсть. Смазанный цилиндр. Хам-хам-хам-хам-хам. А вот теперь знаете что? Теперь я не могу вспомнить. Так, во-первых, давайте подумаем насчет того, крадем мы смазанный цилиндр или нет. Потому что на боссе я бы тогда уже хотел его использовать. Давайте украдем смазанный цилиндр, да? Я не помню, сколько раз можно один раз на каждом этаже красть или что? Ну, короче, пофиг, воруем. Крадем смазанный цилиндр, погнали. Я, конечно, понимаю, что мы этот, во-первых, потеряли неуязвимость, которую могли бы сейчас на боссе использовать. Но как потеряли? Не то, чтобы мы прям ее вообще потеряли навсегда. Ну, она же зарядится, это кольцо зарядится, скорее всего, до того, как закончится бой с боссом. Но смазанный цилиндр это очень хорошо. Ускорение перезарядки для некоторых оружий просто шикарно. Особенно это будет полезно с однозарядными пушками. Так много проклятых противников. Сколько мы проклятия хоть получили? Надеюсь, что не очень много. Судья позволит нам, в принципе, разорвать этих ребят. Просто в клочья. Судья очень хорошее оружие. Одно из таких самых
нормальных среднячковых оружий. И все, включаем бессмертие. В смысле, кольцо эфирной формы. Кольцо эфирной формы, наверное, конечно, не самое лучшее бессмертие в игре. Наверное, самое лучшее бессмертие в игре — это все-таки этот зелье свинцовой кожи. Но кольцо эфирной формы круто тем, что оно еще имеет второй эффект дополнительный в виде того, что оно дает нам возможность красть. И это очень круто. Кража — это моя способность, моя особенность. Я прозвучал как какой-то отстойный злодей из Бэтмена. Где моя секретная комната? Что за фигня? Почему без каски? Ну ладно, нет, так нет. Значит, обычный дробовик мы не хотим? Или хотим? Я не знаю, вообще обычный дробовик мне очень нравится. Если так уж быть 100% честным. Но я возьму ключ. Я возьму ключ, это чуть-чуть дешевле. И возможно даст нам что-нибудь покруче, чем дробовик. Ладно, погнали. У нас еще половина патронов на судью. И судья, наверное, все равно будет нашим антибоссовым оружием в данный момент. Можно, конечно, и позвонок 47 использовать, но посмотрим. В данный момент мы просто двинемся на второй этаж и будем раздавать противникам чаевых в виде свинцовых зарядов из моего обреза. Ха-ха-ха-ха. У вас есть такие друзья, с которыми стыдно ходить в ресторан? У вас есть такие вот кенты, с которыми ты идешь в ресторан, и он такой, знаете, и вместо того, чтобы там, здравствуйте, там, подойдите к нам, пожалуйста, примите у нас заказ, пожалуйста, он такой, эй, девочка, эй, эй, девчонка, подойди. Есть у вас такие кенты? Вот это вообще, ну, никогда так не делайте, окей? Никогда так не делайте, будьте, блин, будьте вменяемыми членами общества. Не надо вести себя, как будто вы центр вселенной. Потому что, скорее всего, вы не центр вселенной. Даже если вы там миллионер, миллиардер, все равно ведите себя нормально. Какого хрена? Обслуживающий персонал. То есть люди же, они не делаются хуже из-за того, что они обслуживающий персонал. Наоборот, значит, им нравится эта работа в каком-то смысле. Либо у них, может, нет выбора. Может, они пытаются заработать деньги, чтобы оплатить себе учебу. Может, они так вот выросли в такой семье, которая не дала им возможности получить образование. Мало ли чего. А вы, блин, тут приходите и в ресторане ведете себя так, как будто эта официантка вам что-то должна. Она вам должна делать свою работу. Мы и говорим о ситуациях, когда, ну, не из-за того, что официант плохо работает или чего-то на него наезжают, а просто из-за того, что они же официанты. Хе-хе. Низшее общество. Ненастоящие люди. Ха-ха. Вот, блин. И когда вот так с таким кентом заходишь в ресторан, то у меня такой бригадир был. Один, мы с ним когда пошли, и он, блин, себя ведет в кафе. Причем в ресторан, я говорю в ресторан, обычное кафе, да, и не то, чтобы он там заказывал люля де по-финьон да по-французски. А просто, блин, в обычном кафе он пришел и заказывал там водку какую-то нахрен. И вот это вот его отношение такое предвзятое, я понимаю, что это... И так и хочется эту девочку отвести в сторону и сказать, простите, пожалуйста, мой друг, он немножко дебил, он еще все еще считает, что он живет в средневековом обществе, в племени, и если он постоянно не будет демонстрировать всем окружающим свое превосходство, то самки не будут ему давать, а самцы могут изгнать. Короче, что я вам хочу сказать, пожалуйста, ведите себя так, как будто вы всегда разговариваете с людьми. Даже если вам хочется в какой-то ситуации злость там на ком-то вымести. Или вам кажется, что вас неправильно обслуживают. Вам что-то не так говорят. Будьте более... Как, ну вот если вам кажется даже, что кто-то в магазине, например, консультант плохо вам что-то объясняет или некультурно к вам относится. Но если он совсем уж не грубит в наглую, там, это другой вопрос. Я не про эти вопросы. Или если вам кажется, что что-то не получается у него, то все равно относитесь нормально. Будьте выше. Будьте выше этих проблем. Не надо. Не надо быть мудаком. И уж точно не надо быть мудаком намеренно. Ради того, чтобы показать, какой ты крутой. Потому что это не выглядит круто. Со стороны это выглядит, как будто вы мудак.
И все, это никак не выглядит. Это абсолютно не добавляет вам никакой силы социальной. Поверьте мне. Короче, после того, как я прочитал вам тут лекцию, пойдемте убивать босса. В основном мы будем его убивать судьей. А позвонок 47 будем включать, когда он будет ракеты пускать. Позвонок 47 отлично с ракетами справляется. Кольцо еще, наверное, надо тоже включать. Надо было бы кольцо включать до того, как получили урон. Да, наверное. Куда экономил, непонятно. Ну, что тут сделаешь. Как обычно. Давно уже кольцо надо было врубить и убивать его с кольцом включенным. Ладно, пофиг. А нам научную пушку дали, что не очень меня радует, если честно. Научная пушка — это далеко не то, что я хочу. Далеко. Погнали. Посмотрим секретную комнату в магазине. Ее тут нет. Тут вот есть бомба, но... Я бомбу очень люблю. Я очень люблю бомбу, активный предмет. Но, наверное, воздержусь. Наверное, воздержусь. Потому что слишком хорошо это эфирное кольцо. Оно дает нам возможность украть что угодно. Украть? Да, украть. Украсть что угодно. Поэтому теоретически мы можем это кольцо в любой момент сменить на какой-нибудь супер крутой предмет. Вот насчет воровства я сейчас не могу вспомнить. Можно ли красть один раз на каждом этаже или всего два раза за игру? По-моему, один раз на каждом этаже можно красть. Но тут я не уверен. Как бы не провтыкать. Еще там в магазине Лунаскреб, по-моему, продается. Но Лунаскреб точно не интересует. Лунаскреб не интересует 100%. Наверное, мы ничего не купим здесь в магазине, к сожалению. Любое однозарядное оружие я бы, может быть, купил бы. Но поскольку нет, то нет. Ну, практически любое. О, магазин какой-то. Ну-ка. Может, здесь магазин за ключи? Нет, здесь пустышки. Стал-техника пустышек. Это мы, наверное, купим. Здоровье в секретной комнате. Неинтересно. Вот стал-техника пустышек очень интересно. Это что за покемон? Кровавый глаз замедляет вражеские пули. Круто. И стал технику пустышек по-любому. Так, ну что, мы оба нашли этих сундука на этом этаже. По-моему, да. Может и нет. Ладно, сейчас проверим. Тут одна комната осталась недолго. Кто здесь? О, здравствуйте. Как ваши дела? Как жена? Как дети? Ну, начиная со следующего этажа, наверное, надо забивать на использование обреза. Надо переходить на что-нибудь другое. Например, на научную пушку. Научная пушка — отстойное оружие. Но надо его использовать. Мы будем стараться использовать по максимуму оружие хорошего качества, которые при этом являются плохими. Для того, чтобы, если что, скормить их в пожиратель оружия. Поэтому... лук, который этих, который захватывает противников, я даже примерно не собираюсь использовать. Тут уж простите меня, этого не будет. Этого не случится. Лук Купидона, я имею в виду. Он уж слишком отстойный. Да, обрез уже слабоват становится. Ну ладно. Ну ладно. Я бы тут хотел использовать эфирное кольцо. Или... А еще лучше просто обойти. Еще лучше просто обойти эту комнату. Нет смысла туда заходить. Тут мы знаете, что сделаем? Мы сейчас перепрыгнем. А потом вот так их в воду всех. Стала техника пустышек. Красота.
Хорошо. Да, 4 выстрела из обреза, чтобы убить красного патрона, это уже многовато. Ключи я начну подбирать. Я предпочту, чтобы магазин мне предлагал что-то, кроме ключей. Потому что что-то мы можем украсть, ключи мы украсть не можем. Легкая пушка, в смысле световая пушка, переводчики, если чё. Световая пушка нормальная. По-моему, у нее проблем никаких нету. У нее может быть немножко низковатый боезапас. Поэтому, возможно, я хочу ее использовать и тоже сдать. Но, наверное, сдавать в пожиратель мы будем все-таки этот лук Купидона. По большей части. Хорошо, всех сжечь научной пушкой. Ну что, еще не все, что ли? Ну. Да, это научная пушка, она супер неэффективна в плане экономии боеприпасов. Почти весь боеприпас ушел на одну комнату, это жесть. Это жесть, это жесть, это жесть. Та-та-та-та-та. Ну, конечно, да, научная пушка, она вот всякие спецэффекты накладывает на противников. Что прикольно. Но недостаточно. Недостаточно для того, чтобы я ее полюбил. Хочу найти магазин побыстрее. Хочу. А еще хочу Феррари. Хочу, чтобы у меня было много патронов на все оружия. В любой момент, в любой день недели. Будем, наверное, снова использовать судью на боссе. Правда, мы пошли с одной пустышкой, но... Мы сейчас используем кольцо. Вообще, впритык можно, если честно, и из обреза пострелять. Впритык обрез будет нормально лупить. Давай, да, иди в свою бездну, дорогой друг. Что-то у меня нос забитый. Простите за эти, за интимные подробности. Оп! Я чуть-чуть писнул в штаны. Ничего, бывает. Мистер Балрог, вы это, поаккуратнее, да? Все-таки культуру какую-то поведения надо соблюдать. Так, надо чуть-чуть откинуться на стуле и наслаждаться зрелищем. Ну что ты, Балрог? Ну что ж ты, Балрожечка? Рожа Балрожья. Где он? Где он? Я бы не отказался, если бы он перестал кататься туда-сюда, чтобы я в него мог вменяемо попадать. О, он перестал. Тут же пропустил удар. Ну. Да, Михалыч. Кто-то, видимо, не хочет победить. Ну ладно. Ну, это еще далеко не конец. У нас все нормально. Че вы хоть. Че ты. Че вы хоть на меня кричите там все? Вот смотрите, у нас песик. Вот патроны. Вот тропинка, вот лесок. Берем патроны на судью. Все нормально. Все окей. У нас всякие оружия тут есть вот интересные. Че, все нормально. Сейчас украдем что-нибудь хорошее в магазине. Будем как пельмешки в сметане. Да? Да. Научную пушку вот сдадим в пожиратель. Будет просто все классно. Во, видели, как я его? Ну, красть тут нечего. Нафиг вообще нечего. Есть возможность что-нибудь продать. Но продавать оружие я не хочу. Потому что для нас деньги не особо важны. У нас возможность украсть что-нибудь есть. Винтовка Винчестера, я не знаю. Тоже не особо интересует. Да, используем. Раз мы красть ничего не будем, то используем сейчас.
кольцо, чтобы избежать получения урона. Все, мы здесь закончили. А нет, не все. Еще не все. Да, у нас всего 4 красных сердца. Ну и что? И не из таких передряг вылезали. И не из таких передряг вылезали. Ну и что, что я потерял броню? Только что. И не из таких передряг вылезали. Ну, насчет вот этой световой пушки я не уверен. Тоже. Как ее использовать грамотно? Давайте в комнатах использовать судью. Судья, вперед. Ты... Ну, что тут можно сказать? Кто-то идиот. Так, во, вот что нам нужно. Вот это хорошо. О, мы можем использовать здесь кольцо эфирной формы, да? Взлететь. Оно же дает полет. Только его зарядить надо. Ууу, какая штука. Помогает ответственным предпринимателям. Интересно, это... Это кольцо у нас потратится, если мы сыграем в игру Винчестера? Хороший вопрос, ну потому что мы будем играть в игру Винчестера по-любому. С кольцом эфирной формы. Включим полет на этом кольце и пройдем на халяву игру Винчестера. Поэтому мы 100% в него играем. Вопрос в том, сможем ли мы сохранить дополнительное здоровье. Я бы с радостью тогда ничего не покупал ради этих двух дополнительных сердец максимально. Я бы до конца игры ничего в магазинах бы не покупал. Только крал бы. Посмотрим. Если не получится, значит не получится. Черт с ним. Подходи, подходи. О, у нас осталось. У нас осталось все. Значит так, включаем кольцо. Летим. Бум. 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 Теперь надо не упасть вниз. Мы упадем вниз. Ну ладно, что сделаешь. Оно того стоило, чтобы получить черный сундук, в котором была скользкая гидра. Ну, что я вам скажу. Скользкая гидра совсем не то, что мне хотелось бы. Ну ладно. Скользкая гидра, так скользкая гидра. В крайнем случае мы ее можем продать. Или скормить пожирателя оружия. Что вот, наверное, неплохая идея. Потому что скользкая гидра, это типа как дробовик. Она сильный дробовик, но, по-моему, не этот, не слишком крутой. Патронов в нее мало. Ну, нам вообще надо... Ух, какой он меткий выстрел мне сделал. Последний момент, перед смертью. Ну, нам тут надо подумать насчет того, какие мы оружие собираемся использовать. Патроны нам очень давно не выпадали. И как бы... С этим делом надо быть осторожней. Вот и патроны. Молчу, молчу. Ну, знаете, возьмем тогда на научную пушку, что ли, патронов. Я сказал, что мы ее собираемся потратить как можно быстрее, но раз уж она у нас есть, то почему нет? Полные патроны на нее получить. Против некоторых противников так она даже, кстати, хороша. О, еще патроны. А вот это мы берем для... Можно для позвонка взять, но знаете, я возьму на судью.
Возьму для судьи патронов. Позвонок, он ситуационно очень удобен, но, по-моему, судья более универсальный. Позвонок хорош, когда... когда противники... Блин, я бы с радостью сейчас бы включил себе бессмертие. Позвонок хорош, когда противники толпой стоят. Против одиночных судья поинтересней. Все? Все. Ну и нас снова интересует, как можно скорее найти магазин, чтобы что-нибудь там украсть в итоге. Ну, не знаю. Я мог бы сказать, что мне начинает нравиться научная пушка из-за того, что я ее использую. На самом деле нет. Так мало полезных, действительно полезных предметов. Эффектов накладывает она, что не впечатляет. Ну, с другой стороны, когда ты пытаешься убить ею какого-то одиночного врага, то этот враг обычно все время очарован. Так что, может быть, вот в этом главная фишка. В ее очаровании. У, сотрясатель, окей. Вот это хорошо. Вот сотрясатель меня радует. Это без вопросов. Сильное, хорошее оружие. Хороший урон, хорошая скорострельность. С этим оружием все в порядке. Ну, скорострельность для нас, кстати, не так важна. Потому что у нас быстрая перезарядка у пушек. Ну, с другой стороны, это отношение одно к другому не имеет. Наоборот, хорошая скорострельность для нас важна. Броня тоже пригодится. Броня это есть гуд. Все, пушка кончилась. А ну-ка, попробуем гидру. Ну, ну, убивает она врагов, что? Убивает? Что сделаешь? Можно сотрясатель попробовать. Ух ты. Как у вас тут весело. Ну, в этой комнате я не буду использовать кольцо. По-моему, это уже излишнее. Уж эту комнату мы должны уметь проходить и так. Без всяких колец. Знаете, я сотрясатель буду использовать. Хотя это, наверное, глупо. Наверное, лучше использовать... лучше использовать этот... судью. Вот смотрите, здесь логика простая. Сотрясатель просто наносит хороший урон, а судья наносит урон и накладывает спецэффекты. Спецэффекты будут полезны больше в комнатах, чем на боссе. На боссе спецэффекты не очень полезны, потому что на босса только действуют все, только, ну, поджигание и яд. И то не на всех. И все. У нас, кстати, песик есть, и он нам нашел пустышку. Я совсем за него забыл. Спасибо, песик. Оп, тихо. Хорошо. Еще лучше. Кольцо мы все еще храним на случай воровства. Этот алтарь мы используем, если у нас останутся лишние пустышки. Только если останутся лишние. Просто так его использовать, тратить пустышки, чтобы получить деревянный сундук, это не круто. Поэтому подождем до того, как победим босса. Хватит получать урон. Хорошо, что игра нам щедро выдает здоровье и броню. А то бы у нас вообще беда была бы. А, кстати, нам ничего в магазинах покупать нельзя. Не забудь.
Зеленый сундук, хорошо. А, секретную комнату я открою. О, здесь было больше пустышек, отлично. Поменяли пустышку на две пустышки. Это хорошо. Так, теперь давайте найдем магазин. Потому что я бы что-нибудь украл. С радостью. И погнали на босса. Попробуем эту скользкую гидру. Посмотрим. По идее, с... Ага, я так и думал. Я так и думал, что эта собака сейчас уйдет в невидимость. Я был уверен. Поэтому я не включил сразу кольцо и не пошел со скользкой гидрой на него в атаку. Где он? Ну что, как вам скользкая гидра? Я не впечатлен, вот честно. Но я не вижу, куда его еще хранить. Ну, мы убили красного. Убили без получения повреждений. В гидре хватило патронов ровно на убийство. О, я выкинул. Я выкинул гидру. Подобрать обратно. Подобрать, подобрать. Фу, блин. Да уж. Так. У нас есть доспехи с шипами. Отлично. Для уничтожения всякой мелочи. То, что нужно. К сожалению, патроны нам не выпали. Поэтому было бы идеально, если бы мы сейчас нашли пожирателя оружия. Я бы с радостью скормил бы скользкую гидру в пожиратель. И давайте испытаем этот алтарь двумя пустышками. Блин, как далеко до него идти? Я вообще не в ту сторону иду. Сейчас алтарь, две пустышки используем на этом алтаре. Посмотрим, какие там нам сундуки он даст. Будем надеяться, что что-то получше деревянных. Либо деревянные с пассивками. Сундук меня тоже устроит. Раз. О, пассивка. Пополнение боеприпаса. Прекрасно. Два. Ну, все, только одна. И надо еще открыть зеленый сундук. Который почему-то находится хрен знает где. И рядом с ним нету телепортов. Не знаю, не знаю, ребята, разработчики. Почему вы так далеко сундук поставили от телепортов? Чтобы меня раздражать? Да? 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 Слышь ты, разработчик. Может, выйдем? Слышь, а? Ты чё телепорт так далеко поставил? А эти найду. Окей, я извиняюсь, это было ужасно. Ууу, кобура набедренная. Это которая делает выстрел при перезарядке. Окей, окей. С любым однозарядным оружием нам это будет классно. К сожалению, ни одного однозарядного оружия у нас не имеется. Ну, пофиг. Все равно полезно с любыми оружиями. Ну, она вдает бонусы. Вау. По-моему, она очень хороша с судьей. Потому что судья дополнительный выстрел наносит своим сильным патроном. Кстати, здесь мы всех можем теперь перекатом убивать. Вот эту мелочь убиваем перекатом. Без проблем. Красота. Красота. О, магазин закрыт. Класс. Ха. Окей, смотрите, расклад такой. Я потрачу ключ, чтобы его открыть, потому что я хочу украсть что-нибудь. Красть нахер нечего. Зато есть пожиратель, вот, куда мы скормим гидру. Мы скормим сюда гидру и что еще? И что-нибудь еще. И, наверное, научную пушку. А, нет, лучше лук. Научная пушка еще хоть как-то полезна. Пулевой идол мы, естественно, красть не будем. Окей. Значит, скармливаем сюда зачарованный лук. Да? У нас лучше ничего нету такого бесполезного. Ну, по-моему, нет. По-моему, зачарованный лук довольно высокого уровня оружия. Считается. Окей, скармливаем его сюда. И теперь мы скармливаем сюда скользкую гидру. И будем надеяться, что вместо скользкой гидры нам дадут что-нибудь другое, хорошее, высокого уровня. Пожалуйста, это какой-то дробовик, который, наверное, хуже, чем скользкая гидра. Ну, хотя бы в нем полные патроны. Мы можем еще вот этот пулевой идол украсть, но... Слушайте, пофиг. Короче.
Я украду пулевой идол, попробуем его, испытаем. Все равно у нас других шансов не будет. Ну и все, больше броню я красть не буду. Ладно, погнали. Вообще, наверное, скользкую гидру надо было оставить, а скормить туда научную пушку. И этот... научную пушку и лук. Ну, поздно. Я попробовал, я надеялся, что мне какой-нибудь стингер выпадет, например. Как говорил сэр Джуффин Халли, надежда — глупое чувство, Макс. Ну, ладно, что сделаешь. Так, ну хорошо. Значит, судья с кобурой быстрой перезарядки становится неплохой штукой, неплохим оружием. Потому что он теперь будет стрелять два супер выстрела в конце каждой обоймы. То есть судья у нас стал в два раза лучше, чем был. Остальные оружия... ме. Чуть-чуть лучше. Ну ладно, пофиг. Посмотрим, насколько это будет эффективно на практике. Ну, проблема в судьи в том, что для того, чтобы он стал эффективным, нужно по-любому выстрелить обойму. Чтобы главная фишка судьи сработала, мы должны всю обойму пальнуть. У, уток! Будет много уток вылетать каждый раз, да? Да, я думаю, да. Патроны. Вот важный вопрос. На что мы хотим патроны? На обрез точно нет. На научную пушку, да? Которую я пытаюсь... от которой я пытаюсь избавиться. Нет, на судью. На судью, потому что он будет очень эффективен. Пускай мы пополняем не полностью боеприпас, зато мы пополняем боеприпас на оружие, которое будет убивать, а не просто фигней заниматься. Тихо. Хорошо. Да, судью не надо перезаряжать. Судью не надо вручную перезаряжать. Вот что я хочу сказать. И да, сталотехнику, естественно, не забываем. Сталотехника — это круто. Не зря же мы за нее деньги платили. Ууу, альфа-патроны. Альфа-патроны. И шлем оружия рыцаря. И много ключей. Так. Здесь нам нужно будет поразмыслить. Мы не хотим тратить деньги вообще. То есть мы хотим только красть. И это очень неудобно. Ладно, мы пойдем дальше. Пока что ничего там брать не будем. Альфа-патроны на самом деле не так хороши для нас. Хотя, знаете, с чем они очень хороши? С дробовиком. С дробовиком альфа-патроны очень хороши. Наверное, альфа-патроны мы украдем сразу. Не думаю, что у нас будет много шансов что-то получше раздобыть себе. Я бы в данный момент предпочел бы омега-патроны. Они бы работали с нашим судьей супер классно. Но альфа-патроны легче использовать с другими оружиями. Выстрелил, перезарядил, выстрелил, перезарядил. Где? Где вы? Лежать. Спасибо. Да, шлем оружия рыцаря, кстати, не так уж к нам и нужен. Это что он нам даст? Одну броню? Две? Давайте альфа-патроны украдем, в общем. Я думаю, что это правильное решение. Чем раньше мы их украдем, тем больше урона мы будем наносить. Тем более они для нас будут эффективны. Мы будем надеяться, что мы ключи выбьем. Будем надеяться, что мы выбьем ключи и откроем сундуки на этом этаже. Ух, тише, 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 тише. Хорошо. Ух, красное здоровье. Красное здоровье очень-очень сильно уменьшает мое желание. Очень сильно уменьшает мое желание тратить наше...
тратить нашу свинью копилку. В смысле, использовать. Что ты будешь делать? Ну, ё-моё. Мы можем после каждого выстрела перезаряжать дробовик, и у нас будет этот дробовик все время с альфа-патронами. Что будет очень круто. И, в принципе, у него перезарядка недолгая. А, особенно с ускоренной перезарядкой. Да, этот дробовик может быть очень хорош для нас. Вопрос в том, насколько мы хотим использовать этот дробовик, как часто. У-у-у, вода. Нужна вода. Воды нет. Есть. Нет. Ну, я пытался, чтобы пистолет выстрелил ядом. Ну, что сделаешь, да? Я пытался. Я пытался затушить, не получилось. Ну, ладно. Нет, так нет. Хорошо, мы попробуем этот дробовик сейчас использовать в комнатах. С альфа-патронами. Бум, хорошо. Бум, хорошо. Бум, хорошо, плохо. Бум, плохо. Ну, конечно, патронов в этом дробовике очень мало. Если бы я знал, что мы получим альфа-патроны, я бы, конечно, оставил гидру. Да что ты будешь... Да, ну ё-моё. Ну, окей. Тихо, тихо, тихо. Мы начали паниковать. Спокойно. Спокойно, я задумался о том, что гидра была бы супер классно с альфа-патронами. И начал тупить. Не-не-не-не-не, Дэвид Блейн. Не делай так. Не делай так. Спокойно, у нас все хорошо. Все нормально. Только небо за спиной. Синий сундук, к сожалению, у нас здесь. То есть хороший сундук на этом этаже мы уже взорвали. Ну, тут это был риск. Ходить без ключей — это всегда риск. С альфа-патронами этот дробовик убивает. Вполне себе ничего так. Но, тем не менее, в этом дробовике 70 выстрелов всего. 70 выстрелов — это очень мало. У-у, ключ. Хорошо. Песик нам что-то нашел еще. Деньги, что ли? Вот и дракон. Я думаю, что на дракона надо идти прямо сейчас. Чем раньше мы на него пойдем, тем для нас лучше. Я думаю, что мы будем использовать на нем все, что есть. В частности, легкую пушку. Будем надеяться, что она будет стрелять по две птицы. Она не стреляет по две птицы или стреляет? Не могу понять, если честно. Первая пустышка пошла. Не очень эффективно, ну ладно. Так, убивай, убивай этих. Ну вот, вот и урон. Как я так использовал пустышку, что я ни одной не взорвал? Ни одного ножа не убил? Вот это уже совсем другой вопрос. Ага, кончились патроны. Ладно. Попробуем из дробовика с альфа-патронами его убивать. Будем перезаряжать после каждого выстрела. Без паники. Знаете что, я включу это, да. Включил бессмертие. Все равно все выстрелы ушли на него. Все выстрелы ушли на дракона.
Окей, понятно. О, класс. Сотрясатель. Сотрясатель. У сотрясателя не хватает дальности, чтобы убить нож на той стороне. Опа, спокойно, спокойно, все нормально, все хорошо. Оп. Наверное, дракона лучше добивать с отрицателем. Можно его альфа-патронами из отрицателя убивать. Как-то так. Перезаряжаться после каждого выстрела. Будем надеяться, знаете, на что? На то, что в синем сундуке какая-то... Какое-нибудь лечение, например. Это бы помогло бы. Вот вам сотрясатель с перезарядкой и с альфа-патронами. Кстати, очень хороший урон. Просто замечательный. У меня возник вопрос. Работает ли... альфа-патроны с дробовиками. Может, они не работают? Такого еще не было. Такого еще не было. Это новая тактика. Набью. Ну ладно, хорошо. Я не против. Как угодно. Как тебе больше нравится, дракош? Мы его убили. Альфа-патроны с перезарядкой. Интересно, на вот этот выстрел при перезарядке тоже действует бонус альфа-патрон? Если действует, то это круто. К сожалению, мы пропустили удар. Ну ладно, у нас теперь хватает патронов на то, чтобы купить шлем. Не знаю, я хочу ли я этого. Ну, короче, вы, видимо, поняли, что мы будем делать, да? Да, именно это. Мы будем перезаряжать сотрясатель после каждого выстрела. Это будет наше главное оружие. Да. Чудно. Мы чемпионы. Пойдем откроем синий сундук, там будем думать. Надеюсь, здесь какая-нибудь пассивка. Игра меня ненавидит. Так, смотрите. Если мы этот шлем купим, то мы потеряем 2 максимального здоровья. Это хуже, чем не покупать его. То есть нам для себя сейчас выгодней просто оставить у себя здоровье. Ничего не покупать. Подобрать вот красное сердце, которое здесь лежит. И все. Для нас выгоднее сделать так, не тратить деньги. Какого хрена? А, я забыл, у нас же урон при перекате мы наносим. Да-да-да, надо не забывать про это дело. Подождите, если мы наносим урон при перекате... А, когда мы бессмертные с этим с кольцом, мы не можем перекатываться. Точно, я забыл. Ну ладно. Если бы патроны продавались в магазине, я бы, возможно, купил бы патроны. Пожертвовал бы здоровьем ради патронов. Но поскольку там такого нет, то просто идем дальше с тем, что есть. Ну, готовьтесь. Сотрясатель, перезаряжаемый после каждого выстрела, будет нашим основным оружием. Такого еще не было. Если мы выиграем этот забег, я официально признаю себя чемпионом мира, смертью повелителем миров. Я буду... целовать свое отражение в зеркале и все остальные отвратительные вещи. Ну, в этом ничего нет отвратительного. Не вижу никаких проблем. Если ты любишь целовать свое отражение в зеркале, то, по-моему, это круто. Уверенность в себе — это важная составляющая успеха в жизни. Да, эти 2 выстрела из сотрясателя убивают практически любого обычного противника. Здесь я предполагаю, что на сотрясатель, на дополнительный выстрел, который наносит
кобура, действуют альфа-патроны. Но у меня другого предположения нет. Я думаю, что альфа-патроны действуют здесь. Это было очень плохо. Я надеюсь, что на Личе нам не придется это делать. Я надеюсь, что мы как-нибудь обойдемся без этого. Ну, еще сотрясатель не очень меткий, мягко говоря. Да, видите, как быстро мы убиваем? По-моему, это круто. Ну и супер экономно. Кстати, если бы мы на первом этаже не украли ускоренную перезарядку, то вряд ли бы у нас так хорошо получалось сделать этот маневр. По-любому не получалось бы. А так, с ускоренной перезарядкой никаких проблем. Пойдем налево. Что-то мне кажется, что нам налево. О, какая хорошая комната. Мы постараемся пока бессмертные убить скелета. Хорошо. Если бы у меня перезарядка еще на пробеле не была, было бы отлично. Пробел как-то неудобно нажимать. С другой стороны, чья бы корова мычала жаловаться. Сам же поставил на пробел. Че жалуешься-то? Стал технику пустышек, не забываем. Хорошо, и вас вылечим. Красота. О, патроны. Чудо. Так, патроны пойдут, знаете, для старого золота. Его мы будем также использовать как сотрясатель. Хорошо, одного скинуть. И тебя скинуть. Скинуть, я сказал. Да-да-да-да-да, в воду, хорошо, молодец. Где там еще противник? Где-то в той стороне. Есть. Старое золото. Надо ли его нам на босса оставить? Наверное. Не уверен. Окей. В этой комнате не до шуток. Тут не до этих, не до перезарядок. По-моему, перезарядка наносит больше урона, чем обычный выстрел. Да, 100 пудов. 100 пудов на перезарядку действуют альфа-патроны. Это супер круто. Хорошо, и сейчас мы эту какашку подстрелим. Оп. Половинка здоровья, еще одна. Еще одна у нас там лежит, я про нее не забыл. Ух, жаль. Жаль, что пропустили удар. Наверное, надо было использовать. Наверное, надо было использовать бессмертие. Знаете что, да. Пока мы бессмертные, мы можем использовать любое другое оружие. Например, револьверное. Зачем нам в бессмертном виде использовать что-то другое? А еще у нас перекат есть. Ну, это я туплю. Какой нахер перекат? Чего ты хоть херней занимаешься? Перекат. Ё-моё, совсем сдурел. Что еще? Хорошо. Оп, тебя. Красота. Красота. Кто же спорит? А, это эта комната, да. Простите, забыл. Так, мышки, идите.
Мышка меня ударила. Это лучшая мышка в мире. В смысле, худшая. Для меня. Ну, для нее она самая лучшая. Для ее жены, наверное, тоже самая лучшая. Да, это мышка женского пола, у нее жена. На дворе 2016 год. Какие проблемы? Ненавижу эту комнату. Просто ненавижу. Мы ее будем из револьвера проходить. Мы будем проходить эту комнату из револьвера, потому что я на эту шваль не трачу патроны. Это займет у нас, может быть, на 20 секунд дольше. Зато, если мы тут начнем стрелять из дробовика или чего-то такого, то мы нахрен точно тогда у нас не хватит выстрелов на то, чтобы босса убить. По-любому. Поэтому нафиг. Идите гуляйте, ребята. Я вас бью из револьвера. Вот эту мы не бьем из револьвера. Вот эту тоже, наверное, не бьем из револьвера. Вот эту мы бьем из револьвера. Потому что она физически не может в нас попасть. Только если мы разрешим. Я думаю, нам наверх здесь. Пойдем вернемся, подберем половинку здоровья. Уже пора, пробил час, не остановишь нас. Песик, если бы ты мне нашел красного здоровья, я был бы счастлив. Просто счастлив. Так что, песик, пожалуйста, будь так бобр. О, хорошая комната. Угу. И вас туда же. В тех же позах. Угу, вот как-то так. Фух, мы живем. Мы живы. Мы все еще живы. О, красный. Здравствуйте. Ключ. Отлично. То, что нужно. Шучу. Класс. Еще одна хорошая комната. Нам нужно вот этих вот ребят, да. О! Я ненавижу их. Они защищают своих повелителей. Окей. Иди сюда, пожалуйста. Мы живы. Мы живы. Мы даже не получили ни одного удара в той комнате. И это небывалый случай. Оп! Мизантроп. Песик! Я люблю тебя. До слез, белый лебедь на пруду, нашу шеложе застелю. Не надо в меня стрелять. Прошу вас, пожалуйста. Ладно, мне пришлось включить бессмертие. Я не был уверен, что смогу как-то тут грамотно уклониться. Фух, мы живы. Еще бы патронов, хотя бы чуть-чуть. Хотя бы одно оружие еще, чтобы я был уверен. Ну, видимо, патронов не будет. Окей. Ну, что я вам скажу. С чем есть, с тем и пойдем. Пойдем с тем, что есть. Нам не хватит. Нам не хватит боеприпасов. Знаете что? На первой фазе мы будем использовать... На первой фазе мы будем использовать сотрясатель с перезарядкой. Ну и да, этот парень не шутит. Он начинает сразу с самой сложной атаки своей. Мне приходится нажимать намного больше кнопок одновременно, чем я привык в этом бою. Что я, в принципе, конечно, не против. Но это нечто новенькое. Ох.
Нам нужно передислоцироваться на правую сторону экрана, по-любому. Все, на адресатель кончились патроны. Окей, включаем бессмертие. Добиваем его из револьвера, нафиг. С бессмертием я добью его из револьвера. Попытаюсь. Нанесу максимум урона револьвером. Ах ты, сука! Как я его ненавижу. Тихо, тихо. Есть. О, первая фаза убита. Так, вторая. Ключ! Песик, ты нашел мне ключ! Я так тебя люблю! Да я поцелую тебя в твою жопу собачью! Нет, чтобы найти мне, блин, патронов. Прости, песик, прости, прости. Я на взводе. Ой, папа любит тебя, не обижайся. Окей, тут вход пойдет, естественно, дробовик. Старое золото. Без вариантов. Наноси урон, пока у тебя ярость. Кольцо. Убивай его. Хорошо. Альфа-патроны идут в атаку. Мы убили его. Так, у нас 7 выстрелов в этом оружии. Чуть-чуть выстрелов в других оружиях. Следи за этими веревками. Просто уворачивайся. Пустышку. Окей. Так, сотрясатель. Последний выстрел в сотрясателе был. Теперь, судья. Жди, пока он остановится. Тебе нельзя промахиваться сейчас. Хорошо. Оставляем бессмертие вот на сейчас. Давай. Максимум урона. Лупи его. Давай. Мне кажется, мы победим. Ребят, мы победим, да. Можно даже вот так вот сделать. И специально получить урон, чтобы быстрее его убить. Мы это сделали. Вау. Хе. Вау. Окей. Это было нервирующе. Я надеюсь, вам понравился этот забег. Если это так, то ставьте внизу лайк, потому что такого больше вы не увидите. Хотите смотреть продолжение? Конечно, подписывайтесь. А я благодарю вас за просмотр на сегодня. И мы увидимся с вами в следующий раз. Пока.